4 октября в администрации Одинцовского городского округа состоялась встреча с представителями областного министерства имущественных отношений. Участие в ней приняли председатели дачных, садоводческих товариществ и других некоммерческих объединений. Главный на сегодняшний день очень остро стоящий вопрос повестки собрания – постановка на учет в налоговых органах незарегистрированных объектов капитального строительства. Хочу сказать, что с октября 2016 года пилотным проектом, тогда еще Одинцовский муниципальный район, выступил первым по вовлечению активно в налоговый оборот объектов. Мы абсолютно успешно по оценкам и правительства, и иных органов этим занимаемся. Все время ежегодно занимаем лидирующие места и уверен, что это происходит в том числе благодаря вам. Также представители садовых товариществ и СНТ смогли задать наиболее волнующие вопросы, касающиеся уменьшения налога на землю, расчетов стоимости земель, а также кадастровой стоимости участков в разных районах округа. Общая теория такова. В Московской области цены зависят от удаленности от МКАДа. Раз. Второе. От направления по сторонам света. И, соответственно, у нас выделяются элитные направления. В эту оценку мы в том числе учитывали еще и элитные поселки. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».